Вначале все было хорошо, а потом пришел Лунтик Икс. Внимание! Данная игра содержит боль, страдания, кровь, убийство, а также мельцание. Мельцание она содержит. Любым слабонервным эпилептиком, психом, беременным женщинам не рекомендуется играть в эту игру. Автор не в ответе за принесенный ущерб. Также эта игра является стёбом над всеми мне известными играми про Лунтика Икс. И да, автор не хотел никого обидеть. Нажмите Enter для продолжения. Музыка, может быть, с авторскими правами заменим. Ладно, здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Смотрите, музыку заменим, все заменим. У меня тут такой момент. Эту вот игру мне заветовали очень много раз и говорили, что это прям шедевр. Эту музыку я оставлю, пожалуй. Заткнись ты уже! Да, да, вы знаете, хоть одно интро в Лунтике Икс сделано с вот этой вставкой. Она идеально ложится. Вот именно это хочется чаще всего сказать, когда начинает запевать эту мелодию. Все, что от него осталось, это вот это несчастное красное пятно. Певец наш, Филипп Киркоров, мать его. Ходьба, shift, прыгать. Понятно, все понятно. Вначале все было хорошо, а потом пришел Лунтик Икс. Сюжет-то какой! Ребята, текстовые сюжеты Дума вспоминают с какого-нибудь, не знаю, в 90-х годах. Так, еще раз! Блин, да сколько ж... Сейчас играет саундтрек из Бенни Хилла, ребята. Ну перестаньте вынасиловать этот злосчастный саундтрек. Ей-богу, уже пора в покое оставить эту музыку, я считаю. Чё-то, знаете, я все перепрохожу раз за разом, и как-то оно сложновато. Может, он ускоряется как-нибудь, нет? О, Добежали. Летит, как мешок с говном, наш несчастный Лунтик куда-то вниз. Надо отметить, что они, кстати, такими хорошенькими нарисованы. Вот прикольно, по-моему, да? Так, ну вот он летит. Это, наверное, пародия на игру Kids, я так понимаю. Мы там тоже как говно в проруби летали постоянно куда-то вниз. Все, пошел Undertale. Сейчас у него под жопой должны вырасти цветы, наверное, да? Потому что он же... Так, тихо. Прыжок. Ни хрена себе прыжок! Вот это ты скакун! Вот это ты... Мне кажется, что Кузя бы от зависти бы обдристался бы просто сейчас. Когда вот это бы все... Так, увидел. Кошмар. Ну я жив. Я жив, это не может не радовать. Так. Тихо. Сюда. Все, нормально. Была какая-то игра, я помню. Там Лунтик упал в подземелье. И тоже он подбирал какие-то вещи. Вот такой вот звук был. Я помню. Это было давно. Это было, наверное, пару лет назад, мне кажется, я проходил. Да, замечательно. Саундтрек из Звездных войн. Вот здесь тоже. Вот здесь точно надо будет заменять всю музыку определенно. Или из Индианы Джонса, хрен знает. Какой-то такой саундтрек. Эпичный саундтрек из какого-то эпичного фильма Джорджа Лукаса, как мне кажется. Складывается ощущение, что сейчас просто, ну, Дарт Вейдер затанцует стриптиз под это дело. То есть настолько все эпично звучит, что аж охренеть. Так все пафосно, что аж неловко. Так, ну-ка давай. Наверное, мы с тобой, Лунтик, будем под другую музыку. Ай, не, вот это я считаю лишнее было. Надо нам, наверное, отвалить отсюда. Ты уверен, что мы сильно хотим вот с этим общаться, Лунтик? Скажи мне, у тебя все в порядке с головой? Ты уверен, что это наша цель, которая необходимо достигать? Может, уйдем? По-моему, это колобок, да? Так, подождите. Надо... Да, недавно как раз выходил. О, смотрите, Лунтик Икс. Один час, 22 минуты и 33 секунды спустя. Чё-то аж жалко, Лунтик. Кузя, какой ты подвижный паренек, а? Так, надо отметить, что аж как-то грустно за Лунтика Икс. Такой был великий человек, такой был великий Лунтик, скажем так. А умер со звуком какого-то, знаете, застенчивого пердежа. Такой застенчивый пук, знаете, предсмертный.
Ох, ни хрена! Лунтик Икс вписался в войну во Вьетнаме, по-моему. Вот это он, конечно, бодрый пацан. Так, тихо, тихо, стоять, давай. Хорошая музыка, которую я тоже уберу, да? Потому что так надо, ребят. На нее по-любому авторские права будут, я более чем уверен. Так. Вот мы прыгаем, вот мы скачем. Вот мы ножками перебираем. Так, лицо, конечно, надо отметить у нашего героя крайне сосредоточенное. Крайне он обдумывает, понимаете, судьбы мироздания. Просто-напросто с таким выражением лица, я более чем уверен в этом, посмотрите. Какой же умный зеленокожий кузнечик наш. Так, куда мне, в каком направлении мне? Вот сюда вот теперь. Хорошо. Так, увлекательно пипец, увлекательно, просто невероятный геймплей. Мы просто прыгаем с одной платформы на другую, да. Это потрясающе. Это великолепно, я думаю, что, вы знаете, вот, если бы Rockstar Games увидели эту игру до релиза Red Dead Redemption 2, они бы быстро бы изменили бы вообще всю игру, нахрен просто, они бы... Так, ребята, еще 7 лет разработки. Ой, блин, все, опять бежим. Ой, а мы теперь еще и с препятствиями убегаем, ну, слушай, пошла жесть. Пошла, ребят... Тихо. Оу, мне что подсказывает, что нельзя касаться этого очаровательного молодого человека. Наверное, надо его избегать, его пристального внимания, как мне кажется. Да что ты... Ого. Слушайте, а тяжело, наверное, будет. Мы очень рискуем просрать здесь, кстати, вы знаете. Прям очень рискуем здесь, прям вот очень просрать. Да, прям просрать, прям очень. И это плохо, между прочим. Так, все, давай вот сюда вот теперь, да. Опять идет музыка. Блин! Да твою мать, я задел одно ухо сраное. Что такого-то? У него что там, ухо из какого-то радиоактивного элемента, что у меня мой кузнечиковский хер отвалился потом, или что? Как это работает? Так, вот здесь я дальше просто прыгал, да? Все было, в принципе, хорошо. Вот тут в какой-то момент начинается залупа, да? Вот тут прыжок делаем, да? Или где? Я не могу никак... Вот! Ой, наконец-то я преодолел! Это был конец. Это уже был самый конец, ребят. Осталось просто запрыгнуть. А в это время... Это мило. И пчелёнок. Они смешные. Ух. Так, ну ладно. Очень брутальный герой у нас. Пчелёнок, кстати, по-моему, это самое. Сейчас на тебя пчелится хорошенько. У него лицо такое, как будто он уже еле сдерживается. Сейчас будет пчелиный понос. Ты зря под ним ходишь, я тебе скажу. Я бы на твоем месте отошел немного в сторону, мило. Да, вот так вот, да, немного сместись. Немного сместись, он обос... Чё, как? 0,5 ошибок. Так, хорошо, сейчас. Хорошо, давай. Отпляс. Ой, божественные танцы-то какие. Посмотрите на это. Я говорю, не баба. Мила, слушай, ты просто гламурная клубная сучка. Тебе надо идти прямо сейчас в клуб. Тебя папики там будут снимать, они тебе коктейли накупят. Вы посмотрите на эти танцы-шманцы, а. Балет Тодес просто сосет. Они бы охренели бы от такого навыка. А уж как там прет пчеленка-то? Ну, в пчеленке я не сомневался на эту рожу-то глядя, что его переть будет аки господа танцев. Вы посмотрите. Ну, а Лунтик Икс это Лунтик Икс, да, мы все поняли. А кто там зеленый в зрительском зале? Что там за кабачок такой стоит, я не понимаю. Там какой-то в зеленом капюшоне ассасин торчит, вы видите? Справа. Я не знаю, кто это. Там все серая ма... А, он еще... Я там еще, я посредине, ребята, я пригляделся, я еле заметил себя, я танцую в зале, я отжигаю в клубе с Милой, Пчеленком и Лунтиком Икс. А чего добился ты, как говорится, а? Кто так еще может? Только я, слушайте. Ребята, это сложно. Блин. Это пройти возможно, я лично проверял, но если вы лентяй или же просто не можете пройти, то нажмите Enter во время танцев, чтобы все это пропустить. Вот моя морда, видите, только я какой-то очень серьезный. Ну да, я вообще не люблю вечеринки и клубы, поэтому я, наверное, и серьезный. Я просто думаю, как бы мне, блин, домой попасть побыстрее, когда нахожусь в таких местах. Но, я что-то там сильно лихо отплясываю для человека, который не любит, знаете, все это дело. Это немного странно. Давайте я еще раз попробую, потом уже мы всегда успеем нажать Enter. Enter как бы нажмется, успеется всегда. Enter никуда не убежит. Так, давайте еще раз. Так, вот снова там Милу там плющит. Просто не по-детски прям плюхает. Мила прям принимала просто на ура. Она принимала... Она всю Колумбию скупила, Мила, походу, знаете. Она прям вообще...
она подошла к этому, к наркобарону из фильма «Лицо со шрамом», этому Сосе, и просто Сося стал от Сося, потому что, блин, она взяла у него весь товар, ему больше нечем торговать, все. И то, наверное, украла, потому что расплатиться за такое невозможно. Посмотрите, как ее там пердолит-то. Так, ну ладно. 0 из 5 ошибок, ребята. Действительно, я пока неплохо справляюсь. Я пока очень недурно справляюсь. Ага. Стрелочки. Так, стрелочки идут. Блин, первый раз я обосрался. Мы слышали звук пука. Звук пука мы слышали, а это есть нехорошо. Мне нравится еще сцена, как на заднем плане там такая картинка милая, типа мило против Лунтика X. Не, ну они нарисованы шикарно, вот автор, я за это прям могу... Вот это прям шикарно. Это анимация того, как они сделаны, какие они угарные. Это прям круто. А-а-а, блин, все просрал, ребята. Танцор из меня никудышный. Не, ну это правда сложно очень. Это правда очень сложно, я не уверен на самом деле, что... Так, что... Ой, тихо, что имеет смысл страдать сильно. Давай, вот так. Теперь сюда. Все мы сделали, как следует. Слушай, я каким-то хреном до сих пор еще участвую в соревновании. Это немного странно. Я уже должен проиграть давным-давно был, мне кажется. Кто лучший танцор? Декарт, лучший танцор. И вот доказательство. Well, shit. 20 минут спустя... Кетчуп. Ой, блин. Вот это рожи. Так. Окей. А что это разворачивается на нас, я не понимаю. Они просто смотрят, и посмотрите на этих двух уродов зубатых, да? То есть это как-то так надо оценивать, да? Господи! Вот это, смотрите, вот он смотрит такой. Господи, вы гляньте на эти рожи! Боже, они нас сейчас сожрут! Они сожрут, а потом испражнятся на наши трупы, от них всего можно ждать. Бесплатные игрушечные ножи всего за 9,99. Ну ладно, это... Такое бесплатное нам не подходит, если честно. Так, это вы ходили по моему газону? Мэй, что лучше, битва с никому не нужными клонами или стать рабом школы? Битва интереснее школы. Или мы чего-то не знаем? Чур, битва будет у меня дома. Лещ! Быстро мы ему втопили. Еще 20 минут спустя. Вы двое моих рабов побейте Лунтика. Документ. Пробел дальше. Что, блин? Да что это такое? Что здесь творится? 20... Стоп. Еще 20 минут спустя. Серьезно? Ну нафиг. I'm gonna kick your ass. Можно я промолчу и никак не буду комментировать все, что сейчас происходило? Я мало что понял. Короче, я понял, что пошел копхед пошел. Пошел копхед, судя по звукам, поэтому мы готовимся к хардкору, да? Блин, слушайте, ну... Да как нахрен это... Давай еще кулак! Кулак! Где кулак? Я хочу, чтобы меня кулак подлечил. Ой, спасибо. Так, уклоняемся. Нормально. Так, получилось. Да стой ты! Ай, блин, вот же, конечно, броуфистов-то пораздавали, а! PewDiePie, походу, развлекается тут по-жесткому. Я сражаюсь с документом или что? Почему я сражаюсь с документом? Это что, это игра против бюрократии? Какого хрена? Там здоровье не исчезает, алло. Это как вообще понимать? Не исчезает здоровье, ребят. А, или исчезает, но очень потихоньку. Все, походу, у него кончились кулаки там или что-то в этом роде. Ну, сейчас я добью, попробую добить, наверное, да, давайте. О, смотрите, уже еще меньше здоровья стал. Блин, какая злобная морда. А, все, началось. Так, опять снова дождь из кулачков. От этих засранных торчков. И мы, собственно, уклоняемся от него. А что еще делать, правильно?
Так, нас опять лечат. Ну, битва несложная, это радует. После победы Лунтик решил собрать всех своих лучших друзей и вместе победить Лунтика Икс. Однако Лунтик Икс поглотил душу всех друзей Лунтика Растишку. Теперь тебе придется сразиться с огромным монстром. Вау. Да, ребят. Слушайте. Я так вот думаю. Я предлагаю на этом закончить серию. Продолжим мы уже в следующий раз, давайте. Пока что. Вот, вот такая вот безумная пародия. Мне нравится. Действительно, не зря советовали. Единственное, плохо, конечно, что музыка под авторскими правами. И мне придется очень жестко это дело все корректировать в монтаже. Ну да ладно, не страшно. В общем, если понравилось это видео и ждете продолжения, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, жмите колокольчик, поделитесь, рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.